Рождественское чудо. Так назвали благотворительную акцию сотрудники одной из коммерческих организаций Читы. Ее цель – сбор средств для 10-летнего Вовы Николаева, страдающего редким генетическим заболеванием. О каком чуде мечтает мальчик в рождественский сочельник и что необходимо для его спасения, узнавали наши корреспонденты. Вова Николаев внешне ничем не отличается от своих сверстников. Также ходит в школу, а в свободное время любит лепить динозавриков. Но в свои 10 лет он невероятно серьезен, когда заходит речь о его здоровье. Когда мы сдали анализ ДНК, обнаружилось, что Вова страдает с рождения адренолейкодистрофией. Это редчайшая особенность генетическая, которая может привести к очень печальным последствиям. Организм ребенка не способен переваривать жиры. Чтобы избежать печальных последствий, Володя должен ежедневно принимать лекарства – масло Лоренцо, купить которое можно только в Москве. И стоит оно около 8 тысяч рублей. В год требуется 284 тысячи рублей. В прошлом году добрые люди уже помогли Вове, и его мама купила лекарства. Но масло Лоренцо нужно постоянно, на протяжении всей жизни. Реальность жизни, она нас гонит постоянно. Мы в какой-то суете и не замечаем рядом людей, которым нужна наша помощь и поддержка. Перед Новым годом сбываются все сказки, происходит какое-то чудо, и вот нам тоже захотелось сделать чудо, ну, может быть, хотя бы не всем, а одному ребенку, и мы решили, что поможем мы именно Владимиру Николаеву. Акцию мы проводим в декабре и январе, и все собранные средства с этой акции в феврале будут перечислены на счет Владимира. Хранить жизненно необходимое лекарство можно 2 года. Главное сейчас собрать средства на его приобретение. Володина мама говорит, что только с помощью людей Володя продолжает качественно жить, ходить в школу и учиться. И вновь надеяться на чудеса. Конечно, да. Они уже случились, они случились. Мы дожили до Нового Рождества. Татьяна Аносова, Максим Лобачев, Вести Чита. Желающие помочь Вове Николаеву могут связаться с его мамой по телефонам 25-06-12 и 8-914-463-33-43.